нас кормит самыми вкусными пирожками? А кто одевает с ног до головы так, что потом передвигаться невозможно? Ну а кто сказки нам на ночь читает? Конечно, наши любимые бабушки. У подъезда кто сидит целый день обычно, кто на нас всегда сердит и ворчит привычно. Кто ругает снег за снег, дождь за дождь ругает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Кто к кому когда пришел, кто чего нарушил, все известно хорошо бабушкам, старушкам. Покачает головой строго и сурово, и боится их порой даже участковый. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы,